Another week, another day, another hour since You went away and so cliche you didn't say goodbye I've been waiting for so long Still debating what went wrong all by myself, you pulled away. You couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious, but who's to really blame? There's an aching in my heart. All the questions that I've got are keeping me up at All these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need, to reach your total fantasy. Приветствую вас, друзья, мои и добро пожаловать! Мы с вами находимся в игре The74, и это наш проект под названием Провинциальная жизнь. Мы с вами смотрим на одного из наших главных героев на Шона И я предлагаю вспомнить, чем же закончилась прошлая серия и что же у нас вообще тут произошло. Итак, две серии назад ребята нашли кучу денег. Да, действительно, это была просто куча денег. Это были сумки, забитые деньгами. И мнения ребят разошлись о том, что же с ними делать. Кто-то поддерживал идею пойти их и сразу же отдать в полицию. Кто-то поддерживал идею оставить все как есть. Ну а кто-то, конечно же, хотел забрать их себе. Шон, как самый правильный, считал, что деньги нужно а, оставить, подумать, что делать и, в принципе, отнести в полицию. Но на следующее утро ребят ожидал сюрприз: деньги пропали. Деньги пропали, и Шону показалось, что он примерно знает, кто же украл эти деньги. А за ним начала увязываться Кайли, новенькая девочка, и, как оказалось, она у нас связана с местными бандами. И больше того я вам скажу, что он продает об этом, пока не. Знает, это ее брат сидит в тюрьме, именно он. Именно он достал эти деньги, и, честно говоря, когда деньги пропали, конечно же, Кайли была в ужасе, но ее банда очень быстро расправилась с теми тремя хулиганами, как вы помните, у нас тут есть такие сбияки. А Шон ненароком подслушал разговор о том, что Кайли у нас, оказывается, сестра какого-то крутого брата, и они ей сказали, что нужно прятать деньги. Поэтому Кайли не выбрала никакого другого места, как заброшенное старое здание, которое... Это даже не здание, это как типа сарай трансформаторной будки, все в одном. То есть, чем она только не побыла, и она решила, что нужно спрятать его эти деньги здесь. Но ей не повезло в том плане, что Шон проследил за Кайли. Шон проследил за Кайли, посмотрел, куда она отправилась, куда она их отнесла, и его, знаете, вот чутье подсказывало, что здесь что-то не так, что девочка не зря тут как бы прячет деньги, и что она скрывает какие-то более серьезные секреты. Про брата, как я уже сказала, он еще не знает. Поэтому Шон решил, что раз все настолько серьезно, раз у нее своя там бандитская банда, то эти деньги скорее всего украдены, и стоит обратиться в полицию. Поэтому давайте-ка мы сейчас дождемся, чтобы Кайли куда-нибудь свалила, только бы она к нам не подошла. Все, Кайли, уходи. Уходи, уходи, даже не смотри. Все, она ушла. Сейчас нам нужно с вами отправиться вот сюда, а, зайти, получается, в это здание и забрать денежки и отнести в полицейский участок. А Шон, знаете, интуиция подсказывала, что нужно это сделать. Нужно это сделать, нужно забрать деньги и отнести полицейским. Возможно, это же какой-то был огромный грабеж, и он сможет предотвратить трагедию, которая могла быть связанной с этими деньгами. Хоть уже и была глубокая ночь, но Шон все равно решил, что тянуть до утра нет сил. И он отправился к полицейскому. Да, это у нас полицейский участок, он находится не так далеко от дома. И Шон, знаете, вот тот момент, когда он даже не подумал, стоит это делать или нет. Потому что он не знал, в какую ситуацию может вляпаться. Но его интуиция подсказывала, что брать эти деньги нельзя, нужно обязательно кому-то об этом рассказать. И, как вы видите, у нас тут даже кто-то уже встречает. Давайте поздороваемся, скажем привет, как дела? Давай узнаем тебя получше, вообще ты кто здесь такой? Это был один из полицейских, один из детективов. Так, что-то у нас наверх забросил, нас наверх не нужно. Мы здесь находимся у ребят. И э, нам нужно было поговорить, его зовут Дрю. Надеюсь, я правильно прочитала его имя. Э, мы должны с ним сначала просто поговорить, э, ну, пожаловаться, наверное, что... Такой вот поздний час, простите, пожалуйста, простите, что я к вам пришел. И, с другой стороны, он должен был рассказать, что э, господин полицейский, там, ну, что он сам никогда не знал, как общаться с полицией, э, там у нас уже кто-то сидит, работает. У меня есть для вас важные новости. У меня есть для вас важные новости, связанные с э, ограблениями. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время не проходили ли какие-то ограбления? И на что ему полицейский ответил, что недавно было громкое ограбление в соседнем городе. Там были вынесены просто куча денег. Несколько сумок тяжеленных с деньгами были украдены из банка. И, конечно же, вся полиция поднята на уши, потому что м -м, надо было их вернуть. Надо вернуть эти деньги. Тем более, что, как он говорит, была замешана какая-то известная банда, а -а, которая, в принципе, занимается нелегалом, тор наркотиками торгует и прочим. Я работаю допоздна, и мне нужно знать, кто же это сделал. Я надеюсь, что я раскрою это преступление. И что он ему говорит? А, понимаете, такая ситуация, что как бы я знаю, где эти деньги находятся Я знаю, ну, я не знаю, кто их украл, конечно Но совершенно случайно я нашел эти деньги в заброшенном доме Шон умолчал присутствие своих друзей Он умолчал, что а, эти деньги переносились еще куда-то Он решил ничего не рассказывать Он просто рассказал, что нашел пять а, пачек денег Пять а, таких вот сумочек а, с деньгами и э, я хочу, чтобы вы их забрали. Я не знаю, что это, чьи это, может быть, это то, о чем вы говорите. Ну и, конечно же, Шон выдал э, все полицейскому. Он оставил эти деньги у него. И полицейский сказал, что да, это те самые сумки, это те самые деньги. Он говорит: ты их пересчитывал, на что Шон? Говорит: нет, я их не трогал, я вообще не прикасался к деньгам. Я хотел просто их отдать. Я не знаю, кому они принадлежат, но я надеюсь, что вы сможете предотвратить какие-то проблемы, которые могут произойти, например, в этом банке. Как вы понимаете, если было сильное серьезное ограбление, то банку могло грозить много проблем. Ну и, конечно же, полицейский сказал, что вы просто молодец, молодой человек, что вы принесли эти деньги, что вы их не оставили себе. Вы поступили очень правильно. И банк, который, в принципе, я думаю, что с удовольствием выдаст вам некую сумму на то, чтобы как-то отблагодарить вас за возврат этих денег. А для Шона, как вы понимаете, такая информация о том, что он получит какую-то сумму, это было просто, ну вот, как гром среди ясного неба потому что он хотел, конечно же, во-первых, добрали своей семьи, помощи, он хотел материальных, материальной помощи для семьи, он хотел как-то помочь своим родителям, потому что, как вы помните, домик у них был старый, и Шон сначала, конечно, немножко поломался, но потом он согласился, говорит, конечно, там вот такой-то номер моей карты, я буду вам очень благодарен, но полицейский ему сказал, что, чувак, типа, ты, конечно, молодец, что забрал деньги, но, понимаешь, если это действительно действовала какая-то определенная банда, у тебя Могут возникнуть проблемы. То есть никто ли не знает, никто ли не видел. Ты был точно один. Никто не знает, что ты забрал, мог забрать эти деньги. И тут, как вы понимаете, у Шона немножечко ёкнуло сердце, потому что э, он скрыл присутствие Стива, он скрыл присутствие Шеннон и Кайли. А тем более, если Кайли была в это вмешана, он сразу же начал понимать, что, скорее всего, Кайли будет подозревать кого-то из своих друзей. То есть первое, кто придут ей в голову, это, скорее всего, кто-то из ее друзей. Поэтому Шон решил, что нужно как-то, наверное, обезопасить и себя, и своих друзей, и свою семью. Поэтому ему пришел в голову определенный план. Он решил, что ему нужно на какое-то время покинуть Бриндлтон Бэй. При наличии суммы на карте он сможет переехать и снять себе небольшую квартиру, как он мечтал, Сан-Мишуна. Да, конечно, если бы он оставил эти деньги, ну, все сумки себе, то, возможно, Uh, возможно, uh, он бы смог сразу же открыть себе фешенебельный ресторан и родители перевести в сам мишуна. Но так как сумма, которую ему перевел uh, полицейский, была не очень велика, он все равно решил часть оставить денег своим родителям, uh, снять их с банкомата и оставить у них на пороге дома. Он понимал, что поступает не очень красиво по отношению к ним. Но, представляете, взять и просто сбежать из дома. Но с другой стороны, он не хотел никого подвергать опасности, поэтому. Сегодня ночью Шин отправлялся на автовокзал и собирался уезжать из Бриндлтон-Бэя. Родители Шона проснулись достаточно рано этим утром и уже там собирались делать всякие домашние дела, когда обратили внимание, что Шона не было дома. А... Энни Наша решила выйти на улицу, посмотреть, может быть, а Шон вышел погулять с Айблом, но вместо этого она увидела, что на пороге лежала открытка и лежала а, небольшая такая вот скажем так, как бы кошелечек, даже не кошелечек, а небольшая сумочка, в которой были деньги. В открытке Шон написал, что, мама с папой, пожалуйста, не переживайте, мне нужно на какое-то время уехать. Понимаете, я принял участие в достаточно важном деле, и я надеюсь, что вы поддержите мой выбор. Пока что я с вами не могу поделиться, что это за дело такое, но не переживайте, со мной все хорошо. Я сейчас должен уехать в другой город. К сожалению, я не могу вам сказать, в какой город, но опять-таки нет не волнуйтесь, у меня все отлично. Я буду вам писать, звонить. Мама, не переживай. Люблю вас, целую, обнимаю. Я так понимаю, что Берт только обрадовался тому, что наш сын уехал. Как-то Дороти вообще, по-моему, не отреагировала. В общем, Шон оставил записку. Шон оставил записку о том, что он уехал. Он оставил небольшую сумочку кошелечек с деньгами. Да, к сожалению, сумма была небольшая, которую мы выделили эм, за счет расследования, но, с другой стороны, он понадеялся, что он сможет снять себе хотя бы квартирку и, возможно, сможет начать свое дело в Сан-Мишуна. Новый дом, друзья мои. Да-да, теперь у Шона своя собственная небольшая квартирка в Сан-Мишуна. Итак, Шон долго думал э, всю ту ночь, он не знал, как его родители отреагируют, как сестра, младший брат. Он очень боялся их оставлять, но с другой стороны он понимал, что может подвергнуть их опасности, потому что, не дай бог, кто-то из той банды узнает, что это сделал Шон, они же начнут его искать, и он боялся, что с родителями станет что-то не так. Для всех остальных он, конечно же, выслал более-менее такие вот туманные сообщения. Он написал Шеннон, он написал эм, Стиву, мол, ребят, мне нужно там по учебе уехать на какую-то там экскурсию, еще куда-то. В общем, надо уехать на практику, не переживайте, все в порядке. И сейчас Шон остался совершенно один. Совершенно один, конечно же, квартира у него не просто маленькая, а очень-очень-очень маленькая. Надеюсь, я не ошиблась дверью. Нет, я ошиблась дверью, мы не туда попали. По-моему, вот это наша квартира, да? Ну, давайте узнаем, Даша угадала? Нет, не угадала! Наша квартира прямо напротив. Итак, давайте зайдем посмотрим, в че. Да ладно. Ты что, шутишь? Ты что, шутишь со своими... А, вот, все, мы правильно попали. Итак, квартира, которая досталась Шону, она была достаточно старой, потрепанной, и находилась в не в самом благоприятном районе. Она была не просто бедная, а очень бедная. Здесь стоял старый холодильник, старая плита, потрепанная мебель, старые табуреточки, старый столик, старый-старый-старый диван, телевизор на гладильной доске, старый торшер, туалет с ванной были достаточно грязные. То есть, как видите, заплесневела у нас немножечко ванная, но надеюсь, что мы сможем ее отмыть. Стояли какие-то старые вещи, э, умывальник тоже какой-то видавший виды, э, унитаз, ну и понятно, что спальня. Спальня вообще была очень такая вот никакая, скажем так, то есть старая кровать, какие-то картинки бывших владельцев и зеркало. То есть, в принципе, места для жизни хватило бы с головой, но в любом случае... Шон не жаловался, вы понимаете, он сам переехал. Он переехал, и у него теперь была своя собственная квартира. Собственная! Давайте-ка зайдем сюда. А ну-ка, заходи. И мы хотя бы с вами сможем узнать, что же это такое жизнь в городе. Каково это жить в городе? Я вижу, что тебе уже нужно в туалет. И я думаю, что, скорее всего, нам бы желательно выспаться. Хотя бы, что выспаться нам не удастся, потому что к нам скоро придут соседи. Мы с вами э, переехали. А, хотя нет, наверное, сюда сейчас соседи не придут. Я не знаю, пардон, мы не будем вам мешать, идите, ходите в туалет. Я думаю, что Шону нужно приготовить какую-нибудь эм, какую еду. Он у нас, конечно, готовить-то не особо умеет жареную теляпию. Ну, давай теляпию для вечеринки, то есть на, наперед пусть он наготовит. И сразу хочу сказать, что Шон не оставлял свою идею стать ресторатором, ну не ресторатором, а владельцем ресторанов. Ну вы поняли, кого я имею в виду. Как вы знаете, Шон с детства мечтал иметь свой собственный ресторан. Вообще его первая мечта была переехать сан-Мишуна и открыть сначала небольшое кафе, которое потом разрастется. И Шон, конечно же, надеялся, что сейчас хотя бы частично он сможет реализовать свое желание реализовать свою идею, но, честно говоря, пока не знаю, хватит ли ему на это денег. Да, денег ему выслали достаточно много, если так посмотреть. Эта квартира ему обошлась всего лишь 407 миллионов, ну, я вообще не знаю, за что платить 407 миллионов, тут все такое старое, обветшалое. Но он не жаловался. Наконец-то он был один. Как вы помните, у него с родителями были достаточно натянутые отношения. Его отец был полностью против переезда Шона в Сан-Мишуна. Его мама как-то вообще так относилась к этому. Ну, Типа хочет, хочет, не хочет, не хочет. Главное, чтобы он там работал. А, у нее были свои заботы, скажем так. Ну, Дороти ему была, конечно же, близка, это была его сестра любимая. С младшеньким у него все время были проблемы в отношениях. Но сейчас он был просто вынужден переехать. Он был вынужден переехать. Я думаю, что так как соседи к нам не приходят, мы можем либо сами к ним сходить в гости. Я даже не знаю, есть у нас сейчас тут соседи а, посетить квартиру. А, наверное, нам стоит, наверное, постучаться. Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть. А, Записку со словами поддержки, вы понимаете, что вот у Шона вот он сейчас переехал, и для него это было: ну, блин, это как глоток воздуха. Он всю жизнь провел в Бриндлтон бэй Он никуда не выезжал, никогда нигде не был, а здесь он просто переехал в другой город. Конечно же, ему стоило бы прикупить какой-то одежды. Может быть, нам с вами посетить квартиру? А, с кем-то нет. Я не хочу ни с кем посещать квартиру. Но сначала мы должны покушать. Мы сначала должны покушать. Я бы хотела постучаться к соседям посетить их, посмотреть, что у них есть интересного, и, конечно же, потом выйти на улицу, посмотреть э, город, посмотреть, что тут есть интересного. И, по возможности, наверное, узнать, посмотреть, может, у наших соседей есть компьютер, мы сможем посмотреть, где какой можно купить ресторан. Потому что да. Шон решил, что раз у него сейчас есть деньги, он их не будет ни на что просаживать, он сразу же постарается их а, вложить в свою мечту. Сразу же вложить в мечту, чтобы потом, знаете, сейчас он пойдет, где-нибудь их прогуляет, а потом такое на утро. Ай, блин, я же хотел купить ресторан. А у него с этим не сложится. Так, ну давайте хоть посмотрим, кто у нас тут из соседей. Я, честно говоря, даже понятия не имею, кто с нами живет. Так, ага, вот кто у нас здесь. Здрасте, а можно как бы к вам зайти? постучаться. Приветствую вас, уважаемые соседи. Можно с вами... Не понял. А, фух, я уже перепугалась. Нас пустили? Серьезно? Давайте познакомимся, давайте познакомимся, смешно представимся. Мы молодой парень. Мы должны как-то провести, произвести сейчас впечатление. Я предлагаю вообще посмотреть, что у них здесь есть. Ну, спальня, в спальню мы не пойдем. У -у, у, -у, них двое маленьких детей. Ой-ой-ой, зря мы сюда пришли. Слушайте, они а многовато ли у них? И тут ванная, и тут ванная. Так это у нас богатые соседи, я так понимаю. У нас есть компьютер. Да-да-да. А ты кто такой? Ты что тут делаешь? Ты тут ничего делать не нужен. В общем, мы решили сходить к первому нашему соседу, познакомиться, пообщаться. И, может быть, мы пойдем посмотрим, что там с детишками. Ну, у нас как бы младший братик, мы эм, ухаживали за нашим младшеньким. Поэтому я думаю, что Шону не составит труда помочь э, с детишками. Так, пошли, надеюсь, что у тебя только родители... А, ты не можешь ничего сделать? Ну, понятно, дело, ты ничего не можешь сделать. Предлагаю сейчас засесть в интернет, посмотреть, какие у нас тут есть вообще варианты. Социальные сети нас это не интересует, играть, пожертвовать эм, сеть. А, давайте мы будем искать идеи для новых рецептов. Заодно будем просматривать а, возможные предложения, где можно купить какой-нибудь ресторанчик. Так, ну что, пошли. Чем мы не понравились ему? Что-то я не очень люблю, какие когда тут какие-то челы сидят. Вы посмотрите, какой модный у него комп. У него просто супер пупер модный. У Шона, понятное дело, что нет денег сейчас на покупку компьютера, поэтому он был вынужден а, пойти к соседу, с ним познакомиться. Только не говори, что он меня сейчас выгонит. Ребята, вы что делаете? Чем он пришел к нам? Он боится, что я компьютер его унесу? Да нет, а ты не переживай, я ничего забирать не буду, не очкую. В общем, Шон решил немножечко посидеть, воспользовавшись гостеприимностью. А, они телевизор пришли себя смотреть. Там пожар был! Господи, какой ужас. Может быть, это нам показывают э, то, что у нас происходило в летсплее с вампирами? Я не знаю. В общем, Шон сидел, просматривал страницы и подыскивал, какой же из ресторанов он, в принципе, сможет арендовать или даже себе прикупить. И по счастливому стечению обстоятельств, как раз возле его дома, хотя, знаете, наверное, это не счастливое стечение обстоятельств, это, наверное, скорее шутка была. Слушайте, а что это с чуваком? Господи, я подумала, он в крови. А может, он реально в крови? Ладно, не будем заострять на этом внимание. В общем, по странному стечению обстоятельств, скажем так. Как раз возле его дома была огромная свалка. Давайте вот так сейчас объедем, я вам так буду, не буду спойлерить. Находилась огромная свалка, в которой просто была куча мусора. Это был ничейный участок, как видите, тут какие-то старые контейнеры, ящики. В общем, какая-то техника стояла. Никому не нужная была территория, она была огромная. Она, конечно же, заинтересовала Шона, но когда он съездил посмотреть и узнать вообще, что можно с этим сделать, Ему разрешили взять только небольшой участок. И при том э, участок был настолько маленький, что даже несколько достаточно крупных столиков не удалось поставить. Поэтому, к сожалению, на данный момент у него есть только вот такая вот кафешка. Да, ребята, с вот этого будет начинаться путь Шона. А, как вы видите, у него есть только три столика. У него не хватает даже денег для того, чтобы прикупить еще какую-нибудь мебель, у нас тут э, размещена реклама специально, ему разрешили покупать вообще вот это место, как э, покупать и арендовать, только если он еще разрешит себе здесь разместить рекламу. Оформлен был наш это такой вот полутрейлер, полукафешка, э, конечно же, Шонда насмотрелся вот этих всяких э, милых заведений, но у него было заведение посерьезнее, у него есть здесь туалет, у него, если мы с вами здесь зайдем, а ну проходим, а, полноценная небольшая кухня. Полноценная кухня, где есть все необходимое для готовки, для уборки, для обслуживания персонала. Но, как вы понимаете, это не то, о чем мечтал Шон. Шон мечтал о большом ресторане, где он будет заведовать. А это был. Ох, я даже не знаю, как это назвать. Но в любом случае, нам нужно было что-то делать. Нам нужно было что-то делать. И нам нужно было изменить э, меню ресторана. Я думаю, что пока что мы не будем. У нас обычное. Так, э, да, кстати, меню. Давайте все-таки выберем, а что у нас есть. Я думаю, что начинать мы будем с малого, потому что у нас будут новички, повара. Мы не будем никого э, серьезного брать. Я думаю, что мы возьмем. Это будет у нас сугубо пока что такая вот закусочная. Давайте возьмем попкорн. Э, мне кажется, воздушная кукуруза. Хлеб-чипсы, вазочка с оливками, выпечка в микроволновке, хотя у нас нет микроволновки, по-моему, здесь, да, даже нет, представляете, денег вообще ни на что не хватило. Кренделек и, может быть, что у нас еще есть? Сосиски, давайте сосиски, почему бы и не приготовить сосисоны, если что. И чипсики, то есть такое у нас еда абсолютно такая вот базовая. А, закуска, а, закуска, мне кажется, что... А, это у нас вообще все, поэтому мы сейчас все можем и выбрать супы нет закуски мы в принципе а мы даже не выбрали но ну, будем отсюда выбирать хорошо а, что у нас еще есть Ну, остальные блюда как видите они очень сложные и я думаю что это не самый лучший вариант прочее что у нас тут есть а мы все это в принципе и выбрали окей мы с вами взяли все что нам необходимо это у нас а, закусочки а, может быть что-то правда еще взять как думаете давайте Плюшку возьмем еще, ладно, пусть будут плюшки, а можно сыр на мясную тарелку, это будет у нас, допустим, подороже такие будут блюда, и лумпия, все, мне кажется, что вот этого для нашего, э, для нашей кафешки, я даже не знаю, как назвать, это практически трейлер у нас такой вот получился, но не совсем, он достаточно высокий, как вы видите, но с функционалом... Так себе. Выберите персонажа. Теперь Шону нужно было нанять персонажей для того, чтобы они помогали ему с обслуживанием. Мне кажется, что надо выбирать э, кого-то, кто у нас будет ну, иметь более-менее презентабельный вид. Кто у нас будет официантом? Официантом Беллу год взять, может быть. Давайте Беллу возьмем. Может, Белла действительно решила пойти поработать? И кто у нас будет администратором, нужен тоже кто-то более-менее презентабельный. Давайте Маркуса. Вот я думаю, что Маркус нам подойдет. Все, мы наняли первых наших сотрудников. Я думаю, что нам пора с вами открывать ресторан. Что он очень нервничал, это был его первый рабочий день. Представляете, первый, первый рабочий день в ресторане. Я очень надеюсь, что он у нас будет удачным, давайте, может быть, опустим стеночки, так, вот так сделаем, чтобы нам было с вами удобно. И Шон, конечно, очень нервничал, не знал вообще, придут сегодня люди, не придут, как это вообще все будет реализовано, как вообще заправляется ресторан, потому что для него это все было в новинку, он только читал в интернете, читал статьи, читал. О, первый посетитель, ребята, первый по Папапапапап... Второй посетитель. Конечно же, людям стало интересно, что это вообще за новое место, почему оно здесь открылось. Давайте мы поприветствуем. Мы должны поприветствовать. Э э э Ребята. Нет, ну, я люблю Sims Насколько вы знаете, я, если вы не знаете, э э э э я вам разъясню, что, к сожалению, за персонажи, за которых я не играю, я не могу нести ответственность. Они могут появляться в любых местах, где я бы этого не захотела. Будем думать, что это близняшка нашей мамы. Это Тать gravity? не мама. Мы не знаем, кто это такой, кто это такая. Надо нам всем сейчас всех поприветствовать, и нам нужно начать зарабатывать денежки. Потому что если мы не начнем зарабатывать деньги, то сделать ресторан нашей мечтой мы точно не сможем. В любом случае, Шон сейчас должен будет поприветствовать э, людей, которые к ним собираются прийти. И потом, конечно, он хочет пойти еще посмотреть на площади, что здесь есть, в принципе, из кафешек. То есть посмотреть, поучиться э, who is who, то есть кто как торгует, кто как ведет дело. А, Давай-ка мы тебя поприветствуем. Всех приветствуем. Так, я смотрю, что нас оценивают пока что очень даже неплохо. Но, ребят, у нас все равно пока что мало. У нас пока что все равно всех мало. А, Работаем как-то не очень быстро. А, может быть, мы бренду оплатим обучение 150. 150, конечно, дороговато, но ничего страшного. У нас нет выбора, но мы должны обучать бренда, чтобы он повышался. Ого, ребят, это небольшая непогода, за окном вы не удивляйтесь. Точнее, тогда, когда я записываю этот ролик, тут как бы за окном немножечко, немножечко так вот это самое, вы слышите, это гром, если что. Так, в общем, я смотрю, что люди садятся, они не уходят из нашего ресторана. А, всех обслужить мне, конечно, не успею. Ничего себе, ты у нас такая красавица. Мы тебя немножечко повысили. И давай-ка я думаю, что сейчас вместе с Шоном мы, во-первых, посмотрим, что вообще тут есть. Здесь ничего на данный момент нет. Мы могли бы, конечно, заняться рекламой нашего ресторанчика, но пока что у нас просто на это нет денег. Блин, все ушли. А давай-ка посмотрим. Снежные шары. Может быть, Шон наш начнет коллекционировать снежные шары. Мне кажется, что это было бы очень даже неплохо. Я боюсь, что за счет того, что у нас очень мало мест, не все захотят сидеть друг с другом. Ну, вы же понимаете, если не все знакомы, то как они будут сидеть-то рядышком? Давай заберем. И у нас тут есть. Ага, мы не можем забрать плакат. Блин, нам не разрешают. Ну ладно. А, мы с вами нашли действительно снежный шарик. И мне кажется, что это было бы отличное хобби для нашего Шона. Опять-таки, он первый раз в городе. Ребята, представьте, первый раз. И я думаю, что надо спросить, как у вас тут дела. Маму мы принципиально не видим. Нет, это не наша мама. Мы вообще не знаем, кто такой, кто такая она, что это за дама. Мы должны узнать, все ли в порядке у наших посетителей. То есть это главное задание для нашего Шона. Он должен удостовериться, что его ресторан нравится людям. Его ну, это не ресторан, вы же понимаете. Это такая вот кафешечка, маленькая кафешечка. У нас тут, кстати, ничего не происходит. Почитаем сейчас, что написано на информационном столбе, стенде. То есть Шону все это интересно, все в диковинку. Он не понимает еще э, этого города, он не понимает... Так, ты не хочешь, да, ни с кем общаться? Он считает, что тут все, наверное, такие же добрые и милые, как в Бриндлтон Бэй, но вы же понимаете, что город отличается от маленького городка а-ля Бриндлтон Бэй. Поэтому пока что он наивно верит в то... Ребята, что это с чуваком? <связывающие> у него ушки. А это вообще с крылышками? Наверное, у нас тут какие-то косплей. Ты кто вообще такая? Давайте, может быть, познакомимся. А, какие либо представимся. То есть Шон был просто на разрыв. Он не знал, что делать. Ему хотелось совсем познакомиться. Хотелось всем угодить в ресторане. То есть вот это, понимаете, пошел на разрыв мальчик. Мальчик пошел на разрыв. А, я так понимаю, что учебу мы тоже с вами бросим. Ой, девушка, вы беременна, что ли? Серьезно? Прикольно. Давай мы, может быть, эм, попросим провести время вместе, и ты со мной пойдешь в ресторан? Хочешь, не хочешь? По-моему, она не очень хочет с нами куда-то идти. Мы ей, по-моему, не очень так интересны. Да, нет, пойдешь со мной в ресторан? Да? Хорошо, она с нами побудет. Давайте мы ее тоже сюда отведем, пусть она пообщается, может, с людьми. Так, ты уже, в принципе, готова. Бесплатная да? узнаете. давай узнаем, все ли в порядке. Эти уже просто обслуживание, и я смотрю, что у нас так очень даже все неплохо. Слушайте, мы с вами неплохо так подзаработали. Ну да, 28 миллионов. Ладно, ребят, пошутила. Пошутила, маловато. Ты как-то вообще тут тпшнулся. Я что-то не поняла, как ты тут ты бежишься. А давай узнаем, все ли в порядке. И я бы у тебя хотела спросить, все ли тебе нравится. приоритетные? А, приоритетное. Не-не-не-не-не. Давайте без приоритетов. Нужно, чтобы кто-то помыл. Ага, ты моешь посуду, это хорошо. А что вы вообще кушаете? Что это такое? Какие-то странные блюда. Ну ладно. А, 10. О, плохо. Ну, у нас хотя бы капитал нам пока что позволяет 225, кстати, у нас очков есть. Я думаю, что мы можем как-нибудь... А, нет, пока мы не можем повысить. Вот я бы, наверное, любопытные... Кстати, а что такое у нас любопытное? Давайте посмотрим, по-моему, мы никогда их не покупали. Любопытные посетители будут иногда просить персонал ресторана рекомендовать. Ага, вот это отлично. Но я бы лучше взяла дополнительного официанта, потому что я представляю, что официанты у нас будут просто на полнейшем разрыве. Давайте мы спросим, как у нашего друга, все ли в порядке. 39 миллионов мы с вами узнали. Давайте узнаем мнение о работе. Я не думаю, что наш ресторан... Кстати, это же бабушка нашей... Это же бабушка нашей Шеннон. Ой. Какая неловкая ситуация. Слушайте, нам наша новая подруга решила помочь здесь поубирать. Давай узнаем, как твои дела. Ты у нас новенькая, да? Ой, это наша соседка, ребят. Нам нужно срочно обслужить нашу соседку, потому что нам нужны дружеские отношения с соседями. А, как вы знаете, компьютера у нас нет, и нам нужно как-то, ну, чтобы, знаете, соседи к нам хорошо относились. Уже 4 часа дня? 4 часа дня, это значит, что ты не можешь, да, сказать ничего соседке? Ну, пожалуйста, по ага, уже по прессе мы не можем бабушке ничего сказать а Шон был доволен в принципе местом потому что это было место где часто проходили различные фестивали здесь тусила молодежь но его просто вот обескураживало вот это вот 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 это ребята вы представляете то есть здесь у нас находилась свалка и почему вообще его у него вообще это место как бы с одной стороны нравится с другой стороны нет его стебанули он пошел уже в мэрию, чтобы узнать, а, как там вообще дела обстоят с вот этим участком, ему сказали, ну вот вам, типа, небольшой участочек а, тротуара, и я думаю, что ваш ресторан как раз вот а, возле этой самой свалки будет очень популярным. Ну и, конечно же, Шон, ну вы же понимаете, не обрадовался этому. Слушайте, а что это за милая дама? Я ее никогда раньше не видела. Слушай, я ж тебя... Ой-ой-ой, они все в плохом настроении. Ой, давайте... А, мы тебя не можем поприветствовать, да? А ты куда вообще собралась? Может быть, мы поприветствуем ее дружески? Я смотрю, что у Шона уже садится батарейки. Шон, не стой, не втыкай, там девушка симпатичная. Да-да, я знаю, что у него есть Шеннон. Но пока что Шеннон, к сожалению, не рядом с нами, и хочется же с кем-то еще познакомиться. Я не говорю, что... Она пошла у нас кушать. Ладно, ладно, давай познакомимся, смотрите. Смотрите, какая реально миля... милая. Ой, она сердитая. Давай мы узнаем, все ли у нее в порядке. Слушайте, мне она так нравится. Я ее точно не создавала? Я вам серьезно говорю? А ну-ка. Ты кто вообще такая? Я ее чуть не вижу вообще у нас. мы с ней познакомились? М -м -м -м. Да ладно. Куда она у нас пропала-то? Это же не Шеннон изменилась. Ладно. Ладно, ребят, будем потом обыскивать, потому что я что-то не вижу. А где она у нас вообще есть? Эм, Приоритетно, я, к сожалению, пока что оказать не могу. А, давайте еще наши соседки узнаем, все ли в порядке. Я бы ей уделила. Слушайте. Интересно, интересная, мадама. Мне она действительно очень нравится. Ты что ругаешься? Еще и кошка у нее на плечах сидит. Прекрасно, ребят. В общем, как вы видите, Шон у нас а, прогибался, как только мог. Кто у нас тут еще пришел? Так, это наши соседи. Слушайте, все, по-моему, из Бриндлтон-Бэя решили приехать сюда и покушать в нашем ресторане. А, я смотрю, что ты очень хочешь спать. Ты безумно хочешь спать. Я все понимаю. Бесплатное. Понимаешь, я пока что тебе ничего не могу предоставить, дамочка. А, мне хотелось бы, чтобы ты как-то получше отнеслась к моему ресторану, а не двоечку мне ставила. А что у нас, кстати, по деньгам? В первый же день, ребят, мы с вами заработали 74 миллиона. Это, конечно, с одной стороны маловато, но с другой стороны вы же понимаете, что э, с таким успехом мы, в принципе, потихонечку будем двигаться, не знаю, наверное, к чему-то большему. Но для того, чтобы расширить наш ресторан, чтобы здесь вообще на этом месте был ресторан, нам придется как-то бороться с этой свалкой. Э, денег на вывоз этого всего мусора, конечно же, у Шона не было. То есть ему надо было как-то э, где-то заработать деньги. Ну как где? Понятное дело, что на своем ресторане. Но для этого ему нужен был квалифицированный персонал, ему нужны были м -м, помощники. Все, вы уже поели? Да, уже вроде все покушали. Но эта девушка какая-то немножко странная. Мы с ней стараемся и душевно поговорить и пообщаться, что, интересно, она заказала. А, вот это она вот эти штучки заказала на шампурах. В общем, очень здорово. Очень и очень здорово. У нас уже 6 ведь. О, ребята, посмотрите на эти взгляды. Кстати, а вам задание? А ну-ка напишите в комментариях, как вы думаете, кто симпатичнее? Вот эта девушка или Шеннон? А, я, конечно, не собираюсь тут вот любовный треугольник устраивать, хотя, кто его знает, я просто ее никогда раньше не видела. И мне кажется, что персонаж достаточно интересный. У интересно, удобно через бандану кушать. Девушка достаточно интересная, и мне кажется, что Шон может на нее обратить внимание. Так, а что мы тебе? Бесплатная еда, бесплатные напитки нет. Я думаю, что мы обойдемся. Ой, папка наш пришел. Не, ребят, все, мы с вами будем сейчас, они доедают, и мы будем закрывать наш ресторан и отправляться на отдых. Шон безумно устал за сегодня. Шон очень сильно устал. Эти у нас все еще кушают. Да едай давай. Я хочу просто денег забрать с них. Они же мне должны заплатить. Все, ты проваливай. Кош... С кошечками кошатница. А, ты уже можешь заканчивать. Все. Я думаю, что мы закроем на сегодня ресторан. Все, мы закрываем. А, достоинство у нас обслуживание, возможности, персональный подход и качество еды. Ну да, пока что у нас с этим проблемки. О, у нас у бренда улучшение. Улучшение а, обаяние второго уровня. Ух ты, прекрасно, комедия первого уровня. Это просто зашибись. Ну что ж, он, давай отправляться домой. Это был твой первый день, рабочий в ресторане. А, девушка очень даже интересна, на мой взгляд. Действительно, напишите, ребят, Шеннон или вот эта новая барышня. Шон был настолько уставший, что он решил даже не кушать, ничего не делать, а просто упасть в свою кровать и уснуть, потому что сегодняшний день для, нее, для него был просто невероятно выматывающим. С одной стороны, он нашел квартиру, в которой он будет жить, с другой стороны, ему вроде бы повезло, и он даже смог начать свое личное дело, и даже получил небольшой такой вот участочек, кафешечку, правда, напротив свалки, но напротив свалки, которую он, в принципе, собирался прикупить. Я думаю, что на этом мы с вами сделаем перерывчик, друзья мои. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже в новых интересных видео. Хорошего вам всем настроения. Пока-пока. fall